Что мы сегодня будем? Новую резину тестить сегодня. У Йонаса резина Outlaw 28-я. Начинаем покатушку классную. Собрались в красивом месте очень. Позвали нас в гости ребята. Спасибо Йонасу. Конечно. Будем сегодня грязим месить. Месить болото. Сказали, что очень классное будет. Так что сегодня у нас в принципе аппараты все хорошие. Все BRP. На агрессивных покрышках, Outlaw'ах. Renegade XMR будет у нас. Picked up the Renegade. Ну что, Зарта, сколько кушать можно? Покажи людям. Давай кать. Спасибо, я поел. Аж плять на бассейну. Что, все готовы? Геннадий, ты готов? Конечно. Ты готов? Как всегда. Молодцы. Надо еще подкачать своим людям колеса. Правильно, подготовиться надо. Что мы сегодня будем? Новую резину тестить сегодня. У Йонаса резина Outlaw 28-я. Сейчас я вам покажу. 28-е покрышки. 28-е. Посмотрим, как сегодня они покажут в болоте. Сегодня Йонас испытает. Такой сзади монстр. Все, собираемся. И в путь. Так, мотоцикл мой зарисуй. Да-да, я показал уже, сфотографировать надо осталось. Есть чем заняться. Попотеть надо. Попотеть надо. Я тебе говорю, газ надо давать и все. А вот Йонук. Йонук засел сам. Как всегда, болотом обосрет. Обосрет нас болотом. Здесь попасть. Короче, попасеть надо здесь. Хорошее местечко. Кое-кто проехал. А там вон ребята тоже даются. Гена обошел. Размололи ребятам. Сейчас поедут они. Еще метров 50. Сказали, что жопа будет сейчас. Давай!
сел. Да, что? Не-не, не едь! Анжа, твои ощущения? Тяжело! Тяжело, да? Короче, сил выбит по-любому. Хорошая разгрузка. Да. Там тоже достает последний наш. Молодец, прошел. Что, спасение XMR, бля. Короче, накрылась лебедки переключатель, регулятор. Что сейчас с XMR будем делать, не знаю. Все такие новые квадрики ломаются. А у Варна лебедок постоянно беда такая, что переключатель, ручка самокрасная эта, остается у тебя в руках, и капец, потом ее вставляешь, не всегда работает. Сейчас уже и дождик начался у нас. Вон оттуда мы шпарили. Ребята чистые отдыхают. Тут почти все искупались сегодня. Почти все искупались в болоте. Не знаю, спасем мы сегодня или нет его. Ильян же, да, все выходные здесь пробудет. Я дал клипа, гады. А нам еще туда надо шпарить. Вообще, я уважаю вас, ребята. Еще столько же надо проехать туда. Там же ребята ждут. Стака не ругать. Стака не ругать. Капец этому, да? Не умеет он комментарии давать. Я скажу так, что болото очень хорошее. Наездники тоже неплохие, но... Техника подвела, да? Техника подвела, да? Техника пока идет. Вариатор выломала. Если уже сейчас покажу. Коробку, короче, разбомбила. Шел на скорости. Бревном влупил. Вот здесь свой яма. Нам так с тобой ладно нет. Вот дырка здесь. Короче, уже вариатор. У второго варианта с аутлавами. С аутлавами. Йонас, что там случилось? Скажи мне пару слов хотя бы. Нехорошо, бля. Что? Что такое у тебя там? Коробка капусты. Блядь. Все делают колеса. Ну я на таких катался, но только... Ставишь 26-е, проблем никаких нету. Но зато первая лужа и ты сидишь. А ставишь большие колеса, прокатываешь 10 луж, но приходит... Вот этому парню всегда Йонасу форсит, короче. Сам мастер, блядь.
Ну, все делают мотоциклы, у него свои квадроциклы чинят, бля, свой сервис. И постоянно косяки у самого мастера вылетают, короче. Сапожник без сапог. Это давняя известная... Ты галтуполав. Сейчас, короче, что сейчас сделаем? Делаем, снимаем вариатора крышку с этого. С этого ставим на тот реригат. Делаем с двух мотоциклов один и поперли дальше. Здесь оставляем это? Дочевай, да? Ты мамой шове. Дар карты шове, или вы потолок йора, или вы шове. Болото хорошее было, колеса хорошие. На. Юки шове я на карту. Тут хоть жопа сел. Пробуй. Все, будем ждать других там. Новостей. Давайте кто-нибудь еще. Новости другие знаю, я уже оттуда вернулся. У ренегата XMR. Переключатель лебедки или редуктор там накрылся у него. Все, лебедка не валит. А у другого ренегата, который помогал его вытаскивать, акум сел полностью. Вытаскивая его с болота. Все, сейчас большой перекур у нас. Ремонтами будем заниматься. Вот так сегодня мы гоняем. Вот, сняли коробочку вариатора. А тут, оказывается, дырочка. Что там, все нормально? Держи за некоторые, некий таскач. Сцепление хорошее. Вариатор хороший. Ну, вообще очень хороший. Какой фирмы? Стэм. Живой? Живой, наверное. Шкрокочка съел, сидят. Нету, драйва не будет, короче. Далеко уехал, да? Драйва не будет, да? Все, в лесу закопался. А не, выехал, смотри. А не, он там. Недалеко. Недалеко. И он у нас поехал спасать, аккумулятор повез. Бля, по лесу поехал, там где нельзя ездить. Ну да. Бля, это... Man geriau nieko nesakyti. Sakau, tu nevažiuok. Poiechal, da. Там банда застряла, акуму капец. Он сразу заводился уже, как только приехал. Смотри. Вот черный-то, да? Да. Прокрутить тяжело было, да?